Глаза девчушки семилетней, как два померкших огонька, на детском личке заметней большая, тяжкая тоска. Она молчит, о чем не спросишь, пошутишь с ней, молчит в ответ. Как будто ей не семь, не восемь, а много-много горьких лет. Вам 10 лет, что вы делали? 10 лет, вот ребенок. Все. Мы, значит, колхоз сеял, хлеб всякий. Мы пололи ходили. Пололи пшеницу, овес там. Все. И как пололи? Сорняки росли. А мы, значит, человек нас сколько наберут, там 15-20 таких вот детей. И двух женщин за нами следили. А пололи как вот сходы идут рядочками, и они с нами. Боже упаси наступить на пшеничку между рядами. Вот. Росла такая трава, ее кислицы белые, как веничком таким. И если на моем ряду она растет, никто не сорвет. Я только должна сорвать и скушать его. Есть хочем вот этот вот венчик, этот, метелка. Она какая? Кислая. Кислая. Да. И я никуда не перешагну на чужой этот, чтобы мы... Вот нам сказали, вот 5-10 рядов. Никто шагу друг к другу. Вот так пололи. Пололи какие были жибрей. Вот со скольки? Вот вы пришли с утра и до скольки? Мы до вечера. Вечером, значит, там какую-нибудь травы наедимся и сбегаем какой-то щавель, какой-то лизун. Ну, немножко дома побудем и в ночь на работу, на сушилку отрабатывать руками, трееры, там всякие машины, все руками. На другую работу до 2 часов ночи. А потом домой идем, поспим утром опять на работу. Боже мой.